Руководители министерств и ведомств, присутствующие на заседании Президиума Совета по модернизации экономики, также дали свою оценку социально-экономическому развитию Чувашии. Министр образования России Дмитрий Ливанов, в частности, отметил высокую активность республики в реализации государственных программ. Чувашия у нас по всем основным показателям является одним из лидеров, одним из регионов лидеров, передовиков. Здесь треть бюджета – это расходы на образование. И мы действительно отмечаем, что если несколько лет назад это было всего 25%, сейчас уже треть, то есть 33%. Это показывает, что в республике образование, сфера образования является приоритетом. И здесь, конечно, огромная заслуга главы региона Михаила Васильевича Игнатьева и всех, кто в регионе отвечает за образование. Здесь очень удачно реализуется федеральная программа создания новых мест в системе дошкольного образования. Уже в прошлом году очередь для детей от 3 до 7 лет была ликвидирована, то есть обеспечена 100% доступность. Построено вот за 2 года, за 13 и 14, 28 новых зданий детских садов. Еще создано очень много мест в вариативных формах. И в целом здесь мы удовлетворены той ситуацией, которая складывается. И в 2015 году, естественно, тоже эта программа будет продолжаться, и новые места будут создаваться для детей до 3 лет. Дмитрий Ливанов выразил уверенность, что Чувашия столь же ответственно подойдет и к реализации программы строительства новых школ. К счастью, в республике, как и в России в целом, становится больше первоклассников, значит, нужны новые комфортные учебные заведения. Сегодня в Чувашии в год строятся по 2 новых школы, но их необходимо больше. И Минобразование России обещает свою поддержку в виде софинансирования из федерального бюджета.